Одним из первых о необходимости выделения дополнительных школьных автобусов заговорили в школе номер 69 в микрорайоне Достек. В прошлом году с этой школы на автобусах отвозили более 200 учащихся в школу номер 88. В этом году количество детей, которых надо отвозить в школу, увеличилось вдвое. А потому началась работа по поиску дополнительного автотранспорта. С понедельника мы отдадим один автобус, который имеется во дворце школьников. Он будет перевозить детей со школы номер 69 в микрорайоне Достык в школу номер 88. На сегодняшний день школьные автобусы работают в 11 общеобразовательных учреждениях, которые развозят порядка 2000 ребятишек. Выигравшая в прошлом году тендер на перевозку учеников транспортная компания в этом году начала высказывать недовольство, ссылаясь на нехватку средств из-за повышения стоимости ГСМ. Но несмотря на разногласия, компания все же приступила к работе с 1 сентября. Мы с утра выполняем по 3 рейса в обед в 12:30, час 30 и в 2 часа. Развозим и обратно. Привозим детей, когда едем назад. Нам дорогу показывают сами учителя. Ответственные лица уверяют, что до конца текущего года данная проблема будет решена. При поддержке городского акимата отдел образования планирует приобрести 19 новых автобусов. Бахром Абдуллаев, Галымир Назаров, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».